Мы с вами находимся в Минском государственном дворце детей и молодежи. Именно тут проходит выставка городского смотра конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей». Выставка открыта по 8 февраля с 11 до 17.00, и посетить ее может любой желающий абсолютно бесплатно. В конкурсе принимают участие дети от 7 до 17 лет. Ими представлены работы в 9 номинациях. Сказка, рассказ, стихотворение, рисунок, плакат, подделка, скульптура малых форм, модель пожарной аварийно-спасательной техники, стикер, пак, МЧС. Тематика работ разделена на три блока. Это блок «Пожары и чрезвычайные ситуации», «Движение юных спасателей пожарных», «Пожарное добровольчество», блок «Спасание на водах» и блок «Промышленная безопасность глазами детей». Тут все очень красиво, я даже не могу определиться, мне тут все очень нравится. Не проходишь мимо, а засматриваешься на каждую частицу, из чего оно все это сделано. Ну, показывай, какая картина тебе больше всего понравилась? Вот это. Почему? Ну, потому что здесь изображен пожарник, который спас жизнь маленькому ребенку. Победителей и призеров в каждой номинации конкурса определит жюри, а по итогам оценок работ будут определены и командные места по наибольшей общей сумме баллов, набранных командой во всех номинациях. Церемония награждения победителей и призеров конкурса состоится 11 февраля в 15.00 в мраморном зале Дворца детей и молодежи. Ждем вас на нашей выставке и приглашаем на церемонию награждения.